Алло. Добрый день. Добрый. Петр, это я на ПАП ТВ звоню. Оставляю. Удобно вам сейчас разговаривать для зрения? Это АТС. Не поняла, что? АТС. АТС Петра? Да. А Петра позовешь, пожалуйста, с телефона? Петр. Где? Найди. Алло. Алло, Петр, добрый день. Да, здрасте. Меня зовут Яна, звоню по вашему заказу на Оптивин комплект для зрения. Оставляли заявку? Что еще раз? Оставляли заявку на Оптивин комплект для зрения. Да, зрение хотел. Ну. Вам сейчас удобно разговаривать? Петр, вам сейчас удобно разговаривать? Ну, здесь отец. Ну что, при отце нельзя разговаривать или что, я не пойму? Можно. Вам удобно говорить, значит, да? Сейчас я выйду, отец телевизор смотрит, сейчас, секундочку. Ага. Да, слушаю вас. В каком городе вы живете, куда вам доставка нужна? Лянтор. Лянтор? Лянтор, да. Ханты-Мансийский автономный округ, да? Так, доставка к вам будет почты. Срок доставки 15 дней. Доставка. Я за этот заявка делал. Мне интересно вообще послушать про вас препарат. Ну, в принципе, там... Да, я сейчас вам все расскажу, Петр. Не перепутайте, пожалуйста. Сначала расскажите, а то вы, получается, мне сразу продаете. Я ничего вам не продаю, вообще ничего не оформляю. Я вас спрашиваю, доставка почты в течение 15 дней вас устроит на 13 марта? Да, пожалуйста. Хорошо, задам несколько вопросов и все расскажу вам по Оптивину, комплексу для зрения. Скажите, сколько вам лет? 19 лет. Препарат заказываете для кого? Для себя или для кого-то? Себе, конечно, не отсюда. Себе? Себе. 19 лет есть или будет? Есть, конечно. Что у вас, какой диагноз у вас? Близорукость, дальнозоркость, сухость глаза? Сухость глаза. Еще что? Дальнозоркость, близорукость есть? Ну, близорукость, скорее всего, да. Близорукость. Очки носите, сколько диоптрий? Что? Очки какие носите? Мне плохо слышно? Большие очки носу. Большие? Да. Диоптрии? Плюс 2, плюс 5. 7. Плюс 7 у вас очки, да? Не может у меня быть плюс 7, девушка. У меня близорукость. Я не... Плюс 7 это... Минус 7 может быть у вас? Да. Минус 7. Минус 7, да? Минус 7, да. Так, скажите, сколько проблем с глазами? Год, два, 10 лет? Всегда. С рождения? Вы родились с плохим зрением? Да. У меня ДЦП. Чем лечились? ДЦП у вас? Чем вы лечились? Чем вас лечат? Врать? Да, чем вам зрение лечат? Лечат вообще зрение? Или вам как очки выписали и ничем не лечат? Визин. Визином? Да. А какой результат от визина? Никакого. Никакого, да? Так, я вас поняла, Петр, спасибо за ответы. Значит, по поводу Оптивина. Почитали, посмотрели, скажу в двух словах. Препарат оригинал идет, сертифицирован, декларация соответствует Минздраву. Работает в два этапа. На первом этапе 28 дней применения, это 4 недели будете применять, будете 4 раза в день по 20 капель принимать его внутрь, в глаза ничего не капаем. День будет основной этап, после которого улучшится подождите, зрение. Девушка, а, подождите. Давайте я отцу дам, я играю. Я не поняла, что вы отцу дадите, если вы оставили заявку, зачем мне отец ваш? Отец разберется, он будет деньги платить. Я играю. Сейчас. Во что вы играете? В игры я играю, девушка.
Ну, а заявку-то кто оставил? Вы или отец? Я никак не пойму. Я оставил, отец деньги будет платить. У меня нет денег. А решение кто будет принимать? Кто? А решение по заказу кто будет принимать? Вы отец, или отец? Конечно. Ну, вы же понимаете, я играю. Какие решения? Сейчас отсюда. А во что вы играете, я не помню, 19 лет? Warcraft. Угу. А вы тоже, что ли, играете? Нет, я не играю. Передайте сейчас трубку отцу. Сейчас. А! Алло. Алло. Меня зовут Яна. Ваше имя как? Ваш сын передал трубку, сказал, что вы будете все оформлять. Басурмек. Басурмек? Да. Так, вот он сказал, что он, значит, он оставил заявку на активин комплекс для зрения. Вы в курсе? Кто это? Средство для улучшения зрения. Так. Вы вообще в курсе, что он оставил такую заявку? Ну да, мы же с вами 3 минуты назад разговаривали. Обсуждали с сыном этот вопрос вы, да? Да. Так, у вашего сына, он мне сказал, что у него минус 7, близорукость, да, он носит очки, правильно? Ну, не минус 7. Минус 2, 7, 5. Да? То есть у него ДЦП, что? У него плюс 2, плюс 5. Поняла я вас. Сын говорит минус 7, вы говорите плюс 2. У него какой диагноз? ДЦП. Близорукость? Алло, ДЦП. ДЦП, а диагноз у него какой? Он просто плохо видит. Вдаль он плохо видит. Вдаль плохо видит. Близо руки. Так, значит, у него дальнозоркость. Дальнозоркость, длинноногость, я не знаю. Не знаете? Так, а чего лечить-то вы будете? Зрение может ему улучшить, чтобы читать? Да, конечно, может, да, улучшить зрение. Да. Смотрите, значит, сухость глаза у него присутствует? Ну, мы визин капали ему. Визин капали. Да, результат от визина какой-то есть? Да, вроде ничего такого, нет. У него красные были, красные. Красные. Ага, поняла. Слезились. Красные были, прошло, да? Не прошло. Не прошло. Так, я вас подняла, Басурмек, спасибо вам за ответы. Значит, по поводу активина, я так думаю, вы вместе с сыном посмотрели, все там почитали, да? Ну да. Значит, скажу по препарату. Препарат идет настоящий, напрямую от производителя. Оригинал, сертифицирован. Кто производит? Российское производство, да, я вам все расскажу, а вы потом спросите. Да, чтобы он выбивать не будет. Что? Перебивать не буду. А, перебивать не будете. Значит, оригинал идет сертифицирован с декларацией соответствия Минздрава. Средство работает в 2 этапа. На первый этап это 28 дней применения, то есть 4 недели он будет принимать. 4 раза в день по 20 капель. Принимать нужно будет вовнутрь, в рот, в глаза не капаем, принимается вовнутрь. Здесь идет основной этап, после которого улучшится зрение на 80-85%. Значит, на первых неделях применения сын начнет применять очки значительно реже, да, потому что зрение будет восстанавливаться. Произойдет за счет того, что улучшится обмен веществ в клетках и ткани глаза, укрепится глазная оболочка, сосуды получат необходимое увлажнение. Далее восстанавливаются поврежденные ткани глазного яблока. Улучшается кровоснабжение, а это, в свою очередь, обеспечивает бесперебойную работу нервных клеток. В том числе передачу нервного импульса из сетчатки глаза непосредственно к коре головного мозга, где как раз и формируется изображение. Сетчатка получает питание редкими карнотоидами, это как раз защищает хрусталик от светильных процессов. Вследствие этого накапливаются полезные макро- и микроэлементы, необходимые не только для самой коррекции, но и для дальнейшего сохранения полученного эффекта. Вот на данном этапе нормализуется бесперебойная работа палочек. Это особые клетки сетчатки, которые отвечают за восприятие зрения. Глазные мышцы приходят в тонус, и как следствие повышается острота зрения, улучшается зрение. Далее потребуется продолжить прием препарата еще 3 недели, чтобы глазные мышцы привыкли к новым диоптриям. Ими как раз и завершаем курс.
зрение восстановится в среднем на 90-95% от того, что он имеет на сегодняшний день. Это как раз будет второй этап. Значит, структура зрительного нерва на этом этапе уже восстановлена. Пектиновые вещества и витаминный комплекс защищают глаза от повреждений и будут препятствовать лучевой сетчатке. Проще говоря, то есть препарат не нужно будет использовать, будет постоянно, в этом уже не будет необходимости. После прохождения курса результат сохраняется и комфортное самочувствие. Зрение у него улучшается. Ну, смотрите, вот для получения именно такого результата, то есть от вашего сына требуется, вы, наверное, будете следить за ним, чтобы он не забывал, не пропускал прием препарата. Инструкция, все там подробно написано на упаковке. В рамках акции я предложу 2 курса на выбор. Значит, первый курс, это идет курс полный лечебный. Здесь будет 10 упаковок плюс подарок. Из них 5 упаковок идут с максимальной скидкой. Плюс 5 упаковок идут согласно акции по 149 рублей. И 1/11 упаковка идет бесплатно. Стоимость этого курса будет 6460 рублей. Алло. Это 6000, это за сколько, какой количество? Это полный лечебный курс, 11 упаковок. 6460 рублей. 11 упаковок будет, полный лечебный курс. Второй курс предложу. Включает бесплатно, там же подарочная упаковка. Да, у вас 5 упаковок будут идти с максимальной скидкой по 147 рублей. 5 упаковок будут идти по акции. И 1 упаковка вообще будет идти бесплатно. Всего будет 11 упаковок. Понятно, я объяснила? Да. Полный курс будет 6460 рублей. 147 рублей. Алло. Да. Меня слышно? Я слышу вас, а вы слышите меня? Да, а сколько 1 упаковка стоит, простите, я не расслышал. Вот вы когда делали заказ, вы видели, одна цена зачеркнута, 1980 рублей. Вот от этой суммы идет скидка на первую упаковку. А. Вторая упаковка стоит 147 рублей. Первая упаковка со скидкой будет стоить не 1980 рублей, а 1100 рублей. Вторая 147 рублей. Смотрите, я не в курсе, про цены хотел узнать. Я понял вас. Понял. Так, понятно, да? И второй курс, предложу вам терапевтический лечебный курс, здесь будет 6 упаковок. 3 упаковки будут идти со скидкой, 3 упаковки по 147 рублей. В подарок будет идти 7-я упаковка бесплатно. Стоимость терапевтического курса из 7 упаковок составляет 4866 рублей. Нет, давайте 11 упаковок и все, и больше не будем. Нет, надо попробовать. Что вам давать? 11 упаковок давайте. 11 упаковок, полный курс вам оформлять, да? Да. За 6460 рублей. Хорошо. Ваша фамилия, имя, отчество? Это зачем? А как я вам оформлю заказ? Вы же будете получать... Это с ним заказывал, с ним разговаривайте. Я что-то не пойму. Сын говорит, а с папой разговаривайте. Вы говорите, с сыном разговаривать. Кто из вас будет делать заказ-то? Алло. Да, здравствуйте. С кем я говорю? Здравствуйте. Ваня это? С кем я разговариваю? Ваня, я играю. Что вы хотели? А какой Ваня-то? Вы мне тут говорили, что вы недавно Петр. Сын у вас ДТП. Петр, Ваня, какая вам разница? Нам надо заказ оформить, мне надо глаза лечить. Вы не понимаете, что ли? Уж я понимаю, я хотела оформить заказ, а папа говорит, разговаривайте с вами, с сыном, и передал вам трубку. Мы разговариваем, говорите. Так ваш папа выбрал полный курс на 6460 рублей, оформляем заказ. Если он платит, пусть заказывает. Ну, вы разберитесь сначала, кто из вас будет платить, будете вы оформлять папа заказ. Будет платить, да, я буду забирать, что нужно. А вы мне скажите, я играю, я занят. А папа сказал, с вами разговаривать, с вами оформлять заказ. Я не разговариваю, что мне вы голову мне дурите? Алло!